когда папка у меня был пьяным, и мамку ножом не втыкнули через. Папка из тюрьмы уже вышел, мамка только в больнице сейчас. Маленький мальчик живет в детском доме. Детский дом – это его единственное место, его единственный дом. И существует шведская программа. Суть ее в том, что шведские семьи принимают русских детей из детских домов к себе в семью пожить. Я делал историю о том, как мальчик едет в Швецию. И я не знал, чем она закончится. Я не знал, полюбит он своих еще не приемных папу и маму, но вот эту вот семью, либо не полюбит. Я рисковал. Я стремился сделать фильм о любви.